Песня называется «Венок советов». Посвящение мужчинам. Покуда вертится земля, и мы у Бога под прицелом, воспринимайте женщин в целом, на части тела не деля, на части тела не деля. Мозгами будучи узки, мы возмущаемся и ропщим, не принимая женщин в общем, а их отдельные куски, а лишь отдельные куски. Покуда вертится земля, не измельчайте воду в ступе, а принимайте женщин вкупе со всеми их не миля-ля, со всеми их не миля-ля. Открой глаза, прелюбодей, и напряги свой мозг бараний. У женщин есть так много граней, помимо бедер и грудей, помимо бедер и грудей. Не забывайте, господа, что перед вами все же личность, ее не купишь за наличность. Ну разве только иногда, ну разве же если иногда. И отнеситесь без обид к моим призывам хладнокровным, побольше думать о духовном, или хотя бы делать вид, или хотя бы делать вид. И пусть я буду одинок среди поэтов и эстетов, я вам дарю венок советов, чужого опыта венок, чужого опыта венок. Переходите, женщин, вброд, без аквалангов и без масок. О, сколько нам безумных красок сулит любви водоворот. Переходите, женщин, вброд, чтоб кислорода не хватало и чтобы тело обретало необратимый оборот. Шепчите женщине слова, слова для женщины основа, шепчите снова их и снова, пока не треснет голова. Не отходите от клише, и опасаться не придется, как ваше слово отзовется в ее таинственной душе. Не лейте воду в кислоту, не финишируйте на старте, хотел сказать, не спите в марте, но это ясно и коту. И посылайте всех подряд, кто рвется вам помочь советом. Один чудак забыл об этом и плохо кончил, говорят. Спасибо.